И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на фьордах, да, будем выживать. Продолжим с того места, где я закончил, можно так сказать, сказал бы я, но я здесь делаю наркотик. Да, я поставил фундамент, сделал наркотик, мясо это с помощью спавнинг бин у меня, чтобы быстрее все это дело портилось. И сегодня мы пойдем все-таки томить какого-нибудь летуна. А, кстати, да, я сделал кнут и уже его починил, вот, и, собственно, добыл очень много травы. Травы, еды и так далее. Ой. Блин, есть, короче, гайд с координатами, где искать кристалл. Смешно, да, но я нашел гайд с координатами, где искать кристалл. Ох. А, нет, это пижара, я думаю, циркуатор, господи, это пижара. Фу. Ляха-муха, ненавижу это пижара, они такие громкие, они такие, бесячие, короче, они. Один раз, как говорится, побегал и полетал с ней, и все, уже разонравилось. Сейчас сгоняем на лучик. Вот, это. Так вот, гайд-то есть. Есть гайд, короче, там с координатами все дела. Я что-то почитал такой. И ну нафиг. Притомим летуна. И уже на нем будем искать то, что нам нужно. Так, давай, короче, я, наверное, вот это все и заберу. Сейчас последние опачки. Отлично. Хватит нам это все дело. Подобрать. Все убрать. Нафиг надо. Стрела. Создать. Много создать стрел. И уже будем выживать. Ой, шмотки, слушай, наверное, надо сделать все-таки шмотки, я тут так подумал. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаем шмотки. Слушай, спальник хорошая идея, но зачем он мне нужен? Он одноразовый, поэтому смысла в нем сильного не вижу. О, нифига себе, а лучик-то выглядит совсем по-другому. Нифига себе. Кстати, что есть у нас по... так нормально прокачиваюсь. Погнали, сейчас сгоняем до луча, посмотрим, что там, и заодно уже посмотрим птеров. Птеров, да, я хочу птерчика, птерчик все-таки будет поприкольнее. Блин, ну, поприкольнее, чем топижар. Да, топижар прикольно, это некий вертолет, я всегда так говорю, то есть если тебе нужно летун для строительства, топижара, это очень удобно. Вот, поэтому для полетов только птерчик, ну, из первоначальных, из таких вот там. Поэтому, конечно, сугубо лично мое мнение, здорово. Вот, но... А чё вас тут много? А! Стрелы! 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 Почти. Ой, дурные! Ой, сейчас у меня так подлагало, непонятно от чего. О, слушай, реально, от чего меня так подлагивает? Не, понятное дело, карта, возможно, только прогружается, поэтому подлагивает, но, блин. Не в тот момент, когда меня пытаются завалить. Пожалуйста. Так. Тотемы. Офигеть. То есть здесь лучи сделаны как подношение богов. Стрелы. Стрелы, кричал я. Стрелы. О! О! Труп! Бог Один услышал меня. Мне нужна была труба. Я получил чертову трубу. Вот это кайф. Вот это кайф. Офигеть. 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 25 левел. Пошел ты. Классно, классно, классно. Я сейчас возвращаюсь на... Уё, просто паразаврик. Я сейчас возвращаюсь назад. Угу. И там где-то, я помню, были птерчики. Где-где-где? А, не, наоборот, в другую сторону. Фу,
бляха-муха мелкий пиздюк испугал меня. Но, блин, меня заинтересовала эта дорога. Меня эта дорога очень заинтересовала. Как минимум тем, что она куда-то ведет вверх. И честно, вот прям честно, у меня очень сильное желание путешествовать не летая по этой карте, а бегая. И я думаю, все-таки летунчик это, конечно, хорошо. Я притомлю его для того, чтобы найти нужные ресурсы. С другой стороны, зачем мне уже нужные ресурсы в виде кристаллов, если у меня есть уже труба есть. То есть я могу и не искать кристаллы. А сразу же, к примеру, притомите нужного себе Диноса. А нужного Диноса, это я имею в виду... Так, где карта? О, карта прогрузилась, она теперь кайфовая. Вот, нужного Диноса, это я про тех, кто новенький. Заодно посмотрим, как их кличут в этом мире. Вот, и попробуем посмотреть вообще, что там нужно по ресурсам. Конечно, да, Супер Спайглаз был бы намного лучше, труба, там было бы показано, какие мне ресурсы нужны для того, чтобы томить. Но я думаю, если фотохищник, то там нужна будет просто мясо. Возможно, даже первосортное, но это не точно. Да, если что, глянем потом в Вики. А, обезьянка, беги! Пойди, я тебя, обезьянка, спасу! Отлично. Слышь? Я тут обезьянку вообще-то спасаю, а вы идите вон отсюда. Надо делать, короче, что-то серьезнее. Ой, они такие цветные, так клево. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слышь, куда побежал? Косюл. Так. А, надо было сразу киркой рубить. Там вроде бы хитин больше киркой добывается. Чуть-чуть копейки, но все же. Так, я вроде бы бегу правильно. Да, где-то вот в этом районе я от них бегал вчера. И я даже помню, что видел 150-го левела. Осталось только найти. Блин, без Супер Спайглаза так скачково. В том плане, что я реально никого не вижу. Для меня все выглядит как трава. И потом так, хо, дилка. Вот примерно так вот. Благо, что спасает, они иногда более цветастые. И поэтому их лучше видно. Так, стрекозы главное не трогать. А, туда. Это я оттуда, короче, стартанул. Мне нужно туда примерно. О, Дилка, да иди ты в баню. Жить хочешь, иди в баню. Так, так. Ну все. Погнали, короче, искать. Блин, я сейчас пытаюсь понять, как его называть. Ну, в общем, искать приключения на свою задницу. Так. И все-таки, наверное, лучше посмотреть, что мне нужно будет по рецам, чтобы его томить. Если первосортенько, то проблем с этим не составит, я надеюсь. В том плане, что я рекса, может, получится опять так же залутай. Да, что-то промечиво засунул все первосортенное в спорингбин, и она там вся стухла. Да, гениальное решение от гениального меня. Да, где-то вот в том районе. Так, нет, давай все-таки глянем, что там. Это интересно. Если это именно Эндрюс Архи, про которых я прочитал, они томятся медом. Да, тем медом, который я весь сожрал. Вот, то есть ненасильственным путем они томятся, поэтому я сейчас бегу обратно, собираю мед и... Пробуем бежать туда. Томятся, как я понял, что-то типа как конь. Только, судя по описанию, конь, типа, как он, в определенное время нужно нажать на Е, имея морковку, все дела. Но там сразу садишься, а здесь кидаешь мед, и потом уже садишься на него, и лево-право, лево-право, короче, как-то это, в общем, двигаешься. Ой, блин. Объяснил, короче, как мог. Точнее, как перевел, так и... Как сам понял, так и объяснил. Поэтому ищем мед. И пытаемся... Опа, чё?
Опа, че? Так, подожди, подожди. Да какая кнопка? Не, ну а че, первосортное мясо как-никак. Так, отлично. Это хорошо, первосортинка, все дела, но мне теперь нужен мед. Ай, смешно. Ой, ужасно, пиранья. Надеюсь, там халикатериев-то нету. Ладно. Поищем. Да, ну и первое нападение на меня. Пиздюками. 150 левел. А вот от тебя избавимся. 150 левел. Интересненько. И раскраска такая прикольная. Ах ты ж собака. Да стой ты! Я ж тебя не смогу нормально попасть, еще случайно в голову попаду. Вот дурное создание. Ой, да пошел ты! О, отлично. А что, я зря первосортник, что ли, лутал? Вот, пускай хавает. Блин, не, ну 150 левел. Почему бы нет? Почему бы и нет? Ну, кстати, да. Эндрюсарх. Там было правильно написано. Требует сверсак, клеток металла, все дела. Ну, пофигу. Самое главное, что это... Уже будет хоть что-то, хоть как-то. И это уже намного главнее. Кстати, нифига себе. Как расточительно. Ой. Копья. Кстати, неплохо. Кстати, если так подумать, за одно волокно я могу ускорить себе жизнь. Так сказать, облегчить себе жизнь. Блин. Не, ну реально. Так будет быстрее. Хоп, хоп, хоп. Читерство. Ну, легкое. Локалка. Вот, играл бы на этих. На сервере. Я бы за такое. А-та-та. Не люблю это читерство. Но на локалке. В легкую. Прям изи-бризи. Отлично. Теперь у меня есть классный Динос, который, если что, мне поможет. И я на нем могу быстрее перемещаться. Ну, хотя, ладно, кого я обманываю, так и перемещаюсь быстрее. Но. Ладно. С лука я атакую все еще быстрее. Точнее, больше. Вот. Как-то непонятно, что как. Ладно, зато можно всякую хлам в него скинуть. И немножечко все-таки прокачать. Хм. Пока тусовался, нашел руну. Вон она лежит. Кстати, да, кто-то может сказать, типа, ну, раз ты смог... голод ему убавить, то почему ты не прокачаешь его? Ну, вот это уже, кстати, немножечко читерство все-таки, как-никак. Будем к этому прибегать лишь тогда. Точнее, лишь в тех случаях, когда... мне нужно будет очень-очень-очень много их прокачать. И вот-вот мы пойдем на босса. Но, что я хочу... Почему я включил запись? Я хочу проверить, работают ли руны как заметки на диносов. Да, они работают. Кайф. Так, ты у нас кто? Тернатон 130. Are you seriously? Так, стоять. Бляха-муха. Так, 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 так. Во-первых, стрелы. Во-вторых, ты чё, козёл? А, подожди, это другой. А, я... Ах ты, козел! Так. Главное, сейчас не затупить. А чё, команда не работает? А, вот, теперь работает. Видать, на какой-то этот был переключенный. Такс. Ну и как тебя поймать? А можно, если я ее поймаю, она, короче, мне опять в инвентарь пойдет? Нет, спасибо. 130 левел.
Блин. Тупил. Ладно, пофигу. Самое главное это то, что у меня этот... Все-таки Динос прокачивает за счет рун. А значит что? А значит будет смысл побегать по ним. Такс, добрый вечер. 50 левел. Слушай, а давай поможем Стега. Получится? Как думаешь? Эй, естественно, не получится. Беги! Чувак, беги, беги. Чувак, так, это какой левел? Ой, 25-й. Беги, чувак, беги. Он тебе пятки просто вщачило больше, чем ты это... Такс. Да, вот они они. Вот они они. Так. Но мед я так и не нашел. Я реально, я пробежал по тем же самым местам, я что-то мед не нашел. Может, он где-то здесь, медик? Не, не ударился. Отлично. О! Птица! Козлица. Но бесят они меня, этих Тиорниса. Слушай, ну чё-то я не помню, в каких местах я мёд-то лутал, а? Дурдом. Интересно. За мной стая рапторов бежит. Да, у меня, конечно, он уже прокачанный. Но я бы не сказал, что так сильно. С четырьмя, конечно, рапторами он, возможно, справится, но, блин. Это чё, тоже 150-й? Главное трека не зацепить. 130-й левел. Ух! Да уж. Пора качать урон. Да, я ему в первую очередь прокачал скорость. Я забыл, что берешь заметки, и тебе сразу же накидывают сверху экспы. Уже готовые экспы. То есть тебе не нужно не просто увеличение, так сказать, скорость получения экспы, а уже готовые экспа. А это означает лишь то, что сразу же накидывается немало левелов. Что довольно-таки неплохо. Так. Без шуток. Я здесь уже пробегал раза три. Я так ничего не нашел. В этом и вся тупость. А еще есть этот Endurance. Или как там? Эндюранах. Как там? Блин. Короче, в общем, Эндю. Тут еще переграждает дорогу. Я не могу найти мед. Какого фига? Хоть свой видос пересматриваю, где я пробегал. Какая же тупость. Ха, смотрите, какая приколюха. Прикольно. Что-то на мед смахивает. Погоди. Соответствующий инструмент. Да! Серьезно? Я проходил. Серьезно? Так, погоди, если это камень. Ну вот, я мед и нашел. Так, так, 6. Господи, ты что меня пугаешь? Ты за мной привязанный. Не, слушай, с топора он вроде бы лучше добывает. Так, ну-ка. Уйди. Оп, 6, 13. Ну, с топором вроде бы лучше добывает. Какая нафиг разница? Мед добываешь киркой. Так. Хонмар. Отлично. Супер. Да ну нафиг. Как... Это, конечно, прикольно. Но теперь это означает лишь то, что я могу позволить... 85-й. Блин, клево. Здесь большие птерчики, там солото, 85-й. О, здорово! Альфа-раптор! Альфа-раптор! Сейчас замочит Альфа-раптор меня! Он просто догонит и 100%! Так! Вот я точно еще могу сказать, мне нужно построить кибитку маленькую, чтобы туда спрятать раптора, и уже от этого, ну то есть уже от безопасности, делать... Какие-либо действия в плане томления. Так. Мне нужно 4.
И что-то с ресурсами жопа. А с какими ресурсами у меня солома? Ну, короче, ладно. Сейчас построим. Чувствую жопу. Так, ну то, что голова торчит, это пофигу, да? Но он сюда приперся. Он перегрелся. Я только успел застроиться, и все. Все, что я успел. Ой, ужасно, ой, ужасно. Я прям на тоненького что-то это выживаю. Так. Где я? А куда он убежал? Ой, он так далеко убежал? Вот это кайф. Такс. Ну, блин. Клёво. Он очень далеко убежал. Да, и надо строить двухэтажную постройку. Это тот 50 левел, если что, здесь до сих пор тусуется. То есть вот прям реально тот 50 левел, который я в это, который у меня за пятку, точнее я его за пятку, а он этот, вроде это он, потому что он в эту сторону тусил, бежал. Блин, какая же тупость, а? Но самое главное все-таки сработало. Сработало в том плане, что я это спасся. Спасся, блин. Так, ресурс надо добыть и достроить все это дело. Так, в итоге домик достроил, кровать поставил, скинул все ресы, взял половину меда, и ну и погнали. Раптор будет жить. Самый главный ритуал забыл сделать еще в первой серии. Кстати, я все подумываю, может переименовать в Архейче гильдию также, но ну, лабиринт и лабиринт, господи. Не я ее называл, поэтому и не переименовываю в гильдии как-то, короче. Как-то так получилось, что гильдия мне досталась во владение, ешкин кот. Вот и думаю, оно мне вообще это надо было. Теперь игру забросить не могу. Как я это обычно делаю. Поиграешь чуть-чуть и успокаиваешься. А тут, блин, гильдия во владении. Дурость. Такс. Где эти эндюрнахи? Или как там? Эндюрнаки. Эндюрнсы. Эндики. О! Твою мать. 135, конечно, это весело. Весело в том плане, что как томить это не очень, как воевать это тоже не очень. И вот это вот единственное, что очень, это экспа. Слушай, ну я уже куда-то... Они в другом месте были. Слушай, может с этой стороны скалы они были? О, металл зато нашел. Слушай, а здесь случаем это? Кристаллов нету? Сейчас был бы прикол. Хоп, так и нахожу кристаллы. Но пока что только металл. Не, кристаллов нету. Так. Здоровенький левел. Ну там их точно нету, потому что там слишком тихо. Блин, чуть не упал. То есть там безопасно, спокойно ходят обычные динозавры, то есть на них не нападают, значит там безопасно. Как говорится, раз живут, значит там точно хищников нету. Ну это жопа. Поищем дальше. Что-то, короче, из всей этой толпы реально того 50-го я нахожу постоянно. Пробегусь, хоп, опять 50-й. Потому что я кругаля даю и на то же место прихожу.
чё-то, короче, как-то непонятно. А с другой стороны, может притомить реально 50-го? Ну, попробовать притомить хотя бы, как это вообще работает. Я думаю, 50-го как минимум будет легче томить, нежели 150-го, да? Еще бы... Угу. От кого-то, интересно, бежишь. Еще бы понять, как вообще это делается. Давай попробуем к нему сейчас подбежать. И посмотреть, как это вообще работает. Ну вот, допустим. Я подбегаю. У меня на последнем слоте на хотбаре мед. Мне нужно этот мед выкинуть перед ним. Ну как перед ним? В n-ном радиусе. И желательно, чтобы не было каких-нибудь хищников. А, нет, он вообще 20 левел ходит. Вот, типа, чтобы не было каких-нибудь хищников, которые могут завалить его, все дела, вот это вот и все, короче. Ну, вы поняли. Вот так я их и не могу найти. Но он же тут тусил. А, вот ты где. Ёперный. А, ну тусил, а. Кстати, да, видите, гамму прибавил, потому что что-то как-то темновато стало. Так, погоди. Как это работает? Слушай, ты какой-то... Волк. А, подожди, мне... Как я на нолик жму, лошара. У меня... Я весь мед выкинул! Да-да-да, подожди ты, дурной. Не, я понял, это нужно выкинуть, короче, и чтобы вот он около этого меда потом потусил. Это понятное дело. Но как сделать так, чтобы он от тебя отагрился? И весь мед выкинул, лошара. Так, распрыжками. Ну что? Мне проканал, да? Слушай, я не знаю, как это работает. Я видосик не хочу смотреть. Ну, блин, посмотришь видосик, потом как-то уже неинтересно самому. Так, ну он переагрился. Интересно это. Чё? А, не... Подожди. Или эта скотина мёд сожрала и за мной гонялась дальше. Слушай, какая-то шляпа непонятная. Так, погоди. Он может? Так, ну это понятно. Так, ну короче, непонятно. Погнали обратно за медом и... Да. И... Да, короче. Очень непонятно. Поэтому хорошо, что я додумался мед все-таки скинуть. Так, нет, делаем вот так. Так. Вот так я выкидываю. Пропадет через. Вот, значит, Петрович. Так, ясненько. Тау. Откуда у меня в слоте появился мед? Ой, кстати, надо мясо закинуть. О, слушай, короче, как-то мне что-то непонятно. Но, ладно, сейчас разберемся. Чтобы не портилось, чтобы не гнило, чтобы не исчезало мое мясо. О, сам приперся. Так, угу.
Я понял. Твою мать! Да-да-да, ты из-за своего роста можешь бегать по воде, а я в этом луже, я в этом луже плаваю. Так. Ну вот смотри, он подходит, он хавает. То есть пока он должен хавать. Понятно. Так. Но это уже интересно. Ты что дурной такой, а? Теперь от тебя прям отбегаем далеко. Самое главное не забывать, куда ты скинул мед. Разделить. Так, сейчас назад вернем. Чтобы он не весь портился, блин, у меня. Здесь все. Так, хорошо. Выкидываем. О, так он не атакует? Ага, отлично. А, надо просто стрелочки нажимать. То есть не обязательно камеру, просто нужно стрелочки правильно нажимать. Блин. Не, ну это прикольно, конечно. Это что-то новенькое, я бы так сказал. То есть, по крайней мере, для меня это необычно. Опс, отлично. Лиганул так лиганул. Угу, отлично. Уже лучше. А, я в полете ж не могу выбрасывать. А погоди ты. Я тебе хавку сбросил, дурной. Хавка. Да что ж ты такой? Блин. Так, ну эта фигня мне точно мешает больше. Так, теперь разгоняемся. Это просто вот скорость бега меня спасает, как не знаю что. Не та кнопка. Вот эта вот фигня не отслеживать. Отлично. Она меня просто бесит больше, потому что она перекрывает, мешает и все в таком духе. Тот мед, наверное, уже исчез. Теперь бежим сюда, выкидываем мед, дальше отбегаем. Он, по идее, должен отагриться. Не отагрился, слишком далеко, точнее, недалеко отбежал. Хорошо. А, так я мед не выбросил, я, видать, опять в прыжке был в полете где-то. Ой, дурной. Интересно, то, что он в дереве застрял, это мне хоть как-то поможет? Или вообще никак не поможет? Ага, вот он. Хоп такой, хрюк-хрюк. Понятно. Как он находит, это все дело понятно. Но надо тебя освобождать как-то. А вот как? А, знаю. Ну-ка, стукни по мне. Стукни по мне. Ты по мне стукни, а не я по тебе, если что, хорошо? Наговорились? Теоретически должно проканать. В том плане, что стукает по мне. Слушай, а если... Так вот, бросаем. А!
Вот дурное создание, а. Ну, из этого выбралось, конечно. Но, блин. Как это тяжело все-таки. Хорошо, что я не 50-й левел томлю. Я бы чутка задолбался. Ну, в смысле, там томить же, соответственно, был еще тяжелее. Понятно. То есть то, что... Ой-ой-ой. То, что просто ходит, это просто типа отагрился и не бегает за мной. Ой-ой-ой. Ну вот сейчас серьезно, да? Он может на раптора заагриться. И вот это будет уже сплошная тупость, так как... Он уже не отагрится. То есть, ну, есть на это, по крайней мере, немалый шанс. А вот тут, тварь, надо завалить. А может и отагрится. Интересно. Ладно. Пробуем, короче, тактику такую. Отбегаем далеко. Бросаем мед. Отлично. Пока хаваю. Хоп. И погнали. Да, тут самое главное еще успеть. Вот в эти моменты, когда это... То есть кликать-то, может, и успеешь. Но так может... случится, что он уже бежит в другую сторону. Ну и лишнего накликать тоже плохая идея. Ну, соответственно, сбросит быстро. У-у-у! Полетели! Через эту трубу показывает? Не показывает. Тяжело. Прям очень тяжело. Необычно. Блин, я-то плыл, а он бежал. Отлично, точнее она. Необычно, но, блин, тяжело. В том плане, что ты можешь в легкую прям промахнуться по клавише. И все. Ага. Эй, ну ты что? Ты уже здесь. Сейчас надо дождаться, пока мед испортится, потому что я просто кидаю в слот, и он у меня исчезает. Будет такой вариант. Ладно, времени еще смотрю дофига. Чтоб не мешалось. О, красава. Куда я мед выкинул? Ай, какая тупость. Это надолго. Вот почему я ненавижу их ихтиорнисов. Просто сейчас налетает на меня. Хавает абсолютно весь мой мед и типа такой харя довольная. И это в тот самый момент, когда я понимаю, как нужно лучше сделать, чтобы томить. Но как вы думаете, люблю я после этого этих отродий? Естественно, нет. Но, как вы думаете, завалить я хочу ее? Конечно же, хочу. Поэтому потрачу немножечко время на это. Стрел сейчас наделаю. Но тварь эту конченую завалю. Ох, и завалю. Ах ты, собака долбаная. Просто тварь лук выбила из рук. Вот же скотина. Вопрос, а где она теперь?
А, вот ты где! Не, ну блин, это совсем уже... Так, раптор, твою мать, встань на место. Ох, боже мой, как меня сейчас все просто бомбит, вы не представляете. Просто потому что... Правильно, пошло что-то не так благодаря одной твари. Вот этой твари. И пока я застревал в рапторе, эта тварь выбралась из болоса. И где же эта нервная система будет в порядке? Ну и еще эта скотина куда-то ушла. На. Вот так и живем. Единственное, что могу сказать, я понял, как можно доставать мед. То есть ты вот так просто разделять один. И все. И в дальнейшем он будет на разделение одного кидаться в слот. Проблема в другом. Здесь тусуются рапторы. И мне нужно отсюда его выманивать. Ее. Давай, пошли уже. Ужасно. Кстати, это норм тема показалась. Пробегают мимо домика с раптором. И отагриваются от меня. И сейчас, если она еще и мед захавает, то это вообще будет что-то с чем-то. То есть это прям будет очень действенная тема. То есть вот. Вот так. Ты смотри-ка. Реально действенная тема. Блин. Ски, блин. То есть здесь в целом ярость набирается, как я понимаю. Интересно. А от того, что я неправильно кликаю, нашлепывается этот. Ярость, да? Возможно, даже эффективность приручения нашлепывается. Это надо будет уже на видосе смотреть, что как где. То есть я вот сейчас специально покликал, и будет уже видно, как она будет в дальнейшем. Ну вот, допустим, моя теория. Отбегаю далеко. Так, этот раз не проканало. Давай еще раз попробуем. Потому что уже несколько раз, пробегая мимо, переагривается на дом с раптором и типа нормас. Но надо прям очень далеко отбегать в этом плане, это точно я могу сказать. Вот поэтому я ненавижу такое утомление. Да, с одной стороны, это прикольно и так далее. Но прикинь, допустим, 150-й левел томить. И ты, вот, видишь, и хоп, сыгрался на раптора. Отлично. Сейчас он попытается что-то сделать, ничего не получится и успокоится. Самое главное, близко не подходить. То есть, вот он сейчас попытается, и он быстро отагривается. Прям непонятно как, но срабатывает это. Ну и вот, уже перестал даже кусаться. Вот. Бросаем мед. И вот уже идет к меду. Ну, я же говорю, рабочая схема. Мать ее. Тут нужно просто смотреть, куда она бежит. То есть, куда поворачивает. То есть, вот куда смотрит голова, соответственно, туда и нужно поворачивать. То есть, когда прямо бежит, соответственно, уже ничего не жмакаем. Бегает по кругу, но это самый кайф. Ну, а эффективность, как я понимаю, это уже от того, как часто я... То есть, какое большое количество раз я вот так вот сажусь на загривок. То есть, ну, именно от этого уже зависит. Окей, будем пробовать еще. Ну, как вы думаете, что могло пойти не так? Естественно, появиться должен был раптор.
Это тот самый момент, когда он отагривается от меня и хавает мед. Мать его. Понимаешь? Как вы думаете, сколько эффективности сейчас будет? Я думаю, ноль. О, какое прекрасное место! Альфа появляется прямо во мне. Но с другой стороны, не так-то уж я и хотел приручать. Не, надо смотреть видос по ходу дела, как это дело более эффективно приручать. Может быть, мне повезет, и я что-нибудь дело увижу. Потому что вот это хрень. Ну честно, это хрень полная в том плане, что я 150-го просто задолбаюсь приручать. Не, возможно, разница между 5-м левелом и 150-м левелом никакого, и приручать одинаково, я сомневаюсь. Вот, потому что характеристики-то были бы одинаковые. Но это точно явно не то, что мне нужно. Отлично, хоть как-то, хоть счет, мне повезло. Да уж. Раптор появляется. Ну, тут, блин, опять-таки же, хоть это, хоть тот. То есть, в любом случае, игра показывает, не, братан, это не твое. Кстати, если что, это был последняя кормежка. То есть, я бы этой кормежкой уже бы притомил его. Прикинь, да? Чувствуешь, как игра мне говорит, иди в жопу, дурак. Вот. Прям так игра говорит уже, нет, братан, бросай эту игру. Ну ее нафиг, она тебе не нужна. Играй в Rust, играй в Conan. Есть еще, это был выбор в Rust или в Conan поиграть. Я пошел в Арк. Но сегодня точно не судьба. Я пытался. Я даже близко не буду пытаться еще раз этим заниматься. Этим маразмом надо заниматься несколько часов. Вот без шуток. Я сейчас уже... Видео идет 47 минут. Я снимаю уже почти 2 часа. Я томил его... Ее... Час. Ну почти час. Почти час, будем справедливы. Сколько тут за кадром было, это, конечно, вообще прям неописуемо. Да, братан, ты-то сдох. Так толку-то от этого у меня какой? Никакого. Приручение-то в ноль. Кстати, а где вообще? А, ну его вообще завалили. Наверное, Раптор завалил его, а его завалил Трицератопс. Какой левел? 85. Ну да, тот без вариантов. Вот такие вот пироги. Короче, народ, не, сегодня вот притомил Раптора, хватит. Все, это прям ужасно. Надо смотреть видосы, как это все дело томится, как это пытаться сделать и так далее. Потому что... Ну, прям это как минимум тупо. Вот, 150 Раптор, это уже хорошо. Это уже лучше, чем могло быть. Это главное. Могло быть просто труп. Если бы уж на то пошло. Кстати, какого левела вы тусуетесь? 135? Ты посмотри-ка. Прикольно. Ладно, народ, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Такая вот тупая, сумбурная серия получилась. Ну, что поделаешь? Во-первых, она не играла. Во-вторых, сами видите, это просто ужасно. Да, я мог использовать видео какой-нибудь гайд, посмотреть, как это все дело томится. Но, блин, эмоции свои испытать намного интереснее. Тем более, это что-то новое. Прям реально что-то новое. Я такого не встречал. Поэтому, почему бы нет? А вот теперь уже посмотрим, как томят по-нормальному и как это вообще выглядит в умелых руках. И по ходу дела я буду томить какого-нибудь мелкого левела так, чтобы было и все. То есть прям реально это слишком заморочено. Чуть ли не там
по процентику за клик, да даже по процентику за клик, я думаю, было бы, я бы уже бы притомил. Там какая-то хрень была в плане томления. Вот, поэтому откладываем Эндрю этого в долгий ящик. Сейчас явно будет не до него. Раптор есть, это уже клево. А значит, что в следующей серии пойдем путешествовать, а именно искать место под застройку. Ну, понятное дело, здесь я строиться не буду. Здесь еще альфа-рапторы спавнятся. Тем более. Вот, поэтому, как я уже сказал, какие-нибудь будет. Какие-нибудь руины попробую занять. Здесь их должно быть много. Ну а на этом уже с вами было, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.